Здравствуйте, Алексей. Это видео про ваш одуванчик. Вот он, ваш одуванчик. Наклеен на двухсторонний скотч на мой тестовый объектив. Мой совет. Сначала также наклейте одуванчик на двухсторонний скотч. Маленький кусочек скотча я вам присылаю вместе с одуванчиком. Сейчас я его проверю в моей камере. Итак. Я запрограммировал фокус на расстояние 50 мм, диафрагмы от 2 до 32, как по таблице поправок. Но вы можете всегда перепрограммировать от 2 до 16 и просто вводить поправку, экспериментируя со светом. Одуванчик полностью запрограммирован, ловушка фокуса включена, она работает в режиме IFS. Подпилен в нужном месте. Сейчас я его упакую и отправлю. Калибр, клей, внутри зубочистка для нанесения клея и двухсторонний скотч. Ну, калибр вам для этого объектива в принципе вообще не понадобится. И для MIR24N тоже. Вот. Поэтому, ну, пускай на всякий случай будет. Вы клеите по моей инструкции, ориентируясь на красную точку. Наносите клей только с помощью зубочистки, ни в коем случае не наливайте его из тюбика, там достаточно одной маленькой капельки. И не забывайте обезжиривать все поверхности. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.